Германия. Mein Gott. Наши дни. Вот это опять сидеть и читать, да? О, Гретхен. Наши отношения вот уже 20 лет переживают кризис. О, mein Gott. Наконец-то ты это заметить. Гретхен, нам надо с тобой поговорить. Поговорить. Это все, что ты хотел со мной делать? Нет, я хотел тебе сказать, что нам надо найти взаимопонимание. Взаимопонимание. О какое взаимопонимание может идти речь, если ты меня совсем не... Как это по-немецки? Ты меня совсем не ферштейн. Ты уже 20 лет меня не ферштейн. Я уже даже забыла, когда ты меня ферштейн. Да, я тебя не ферштейн. Я стараюсь, но не могу я тебя ферштейн, и все тут. Да вот. А я уже даже не надеюсь, что ты меня когда-нибудь ферштейн. Все. Либер капут. Ты знаешь, Отто, если ты сам затеешь этот разговор, хорошо, нам надо перестать друг друга мучить так. Я, Гретхен, я. Нам пора перестать так мучить друг друга. Нам надо... начать мучить друг друга как-то по-другому. Как? О! Mein Gott! Mein lieber Otto! Наконец-то! Ты меня ферштейн? Otto, mein lieber Otto, ферштейн! Mein Gott! Ха-ха-ха!